Кто-то, видимо, пытался спасти автомобиль таким образом, загнав его на эстакаду. Да, достаточно высоко получается от земли, но по уровню дома видно, что, скорее всего, автомобиль затопило по крышу. Так, продолжаю по Цвиллинга двигаться, и вот там уже вдалеке виднеется суша, какой-то островок. Нахожусь в районе дома 52 по Цвиллинга. Двигаюсь по улице Ульянова, пересечение с Володарского. Воды здесь значительно меньше. Люди на небе уже смогли спокойно доехать. Двигаюсь по улице Тукаева в сторону Цвиллинга. Как раз таки добрался до площадки Форштадта, где всегда здесь проходили массовые гуляния. Корт, вон собачка плавает. Люди на лодке сматривают. Очень много мусора везде. Вдалеке вон видно. Вообще там непонятно пока что. Сейчас подойдем, посмотрим. Вот под Цвиллинга вышел на Доронина с другой стороны. Вот я пытался изначально подойти со стороны Урицкого, но там низина, воды больше, пробраться не смог. А вот с Цвиллинга удалось подойти. Так. Вот в районе 61-го дома сейчас нахожусь, по Доронина. То есть здесь вода еще стоит, а там дальше кори, уже воды нет. Но видно, также куча мусора, все разбросано. Кстати, об уровне воды. Вот пока здесь нахожусь, обратил внимание, что вода прям заметно уходит. То есть некоторые вещи, которые еще, когда изначально приехал, стояли под водой, возвращался, мимо них проходил. То есть сантиметров 5-7 ушло. Обратите внимание, какое большое количество мусора. Допустим, здесь даже когда уйдет вода, на машине проехать будет невозможно. Какие-то столбы, палки, доски у кого-то вынесло. Вон какой-то пеноблок. Вполне возможно, что у предыдущего героя, которого я снимал, его и вынесло. Хотя тут сейчас не разберешь, где что и чье.